Чемпионат Украины по тайскому боксу проходил в экстремальных условиях. Ринг в Одессе по традиции установили на открытом воздухе. В итоге участникам соревнований приходилось проводить бои в жарких объятиях июльского пекла. Тяжело было драться, потому что было соревнования проходили на улице. Было очень жарко. Воспитанники клуба «Братство» сумели достойно пройти все испытания и успешно завершить соревнования. Из 8 мариупольцев 7 завоевали медали. В копилке нашей команды 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали. В первую очередь отметим девушек Дашу Колобаеву и Валерию Мацук. Многократные чемпионки Украины и в этот раз принимали поздравления с завоеванием золотых медалей. После национального первенства мариупольчанок включили в состав сборной для участия в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге. Президент России выделил на подготовку российской сборной и проведение чемпионата $1 000 000. Это уже как бы объявлено. Мы тоже сейчас собираем там 5000 гривен на поездку. Даша Колобаева и Валерия Мацук настроены успешно выступить на чемпионате мира и вернуться в Мариуполь с золотыми медалями. Будем готовиться упорно, будем вырывать победу зубами, всеми силами. Среди юношей чемпионами стали Донат Балясов и Игорь Секретарев. Алексей Лымарь – серебряный призер, но бой с его участием был признан одним из лучших поединков турнира. Благодаря успешному выступлению мариупольцев сборная Донецкой области заняла по итогам чемпионата 3-е место в общекомандном зачете. Победителями стали одесситы, Днепропетровская область на 2-й позиции.